Напомню, самая интересная церемония открытия вы можете увидеть в прямом эфире на СТВ сразу после выпуска новостей. Ну а пока к другим событиям. Велоколонна на дорогах Ставрополя. В краевой столице прошел велопробег «Мы первые». Для удобства участников в городе перекрыли дороги. Для яркости мероприятия устроили масштабный флешмоб. Кто оставил в этот день привычные автомобили и чем остались недовольны спортсмены? Ольга Облогина пообщалась с велосипедистами. Они выстроились в огромную единицу, сообщив всем жильцам окрестных многоэтажек девиз велопробега «Мы первые». А после потянулись к выезду. Колонна ставропольских велосипедистов проедет по улицам города. Участники выезжают с площади 200-летия, сегодня машин здесь нет, движение ограничено. Быстрее всех подростки, первые в потоке. Некоторые усложнили дистанцию, едут стоя. На велосипеде и Андрей Джадоев. Ну, у меня еще один есть двухколесный транспорт, мопед. Вот я один раз так, один раз так. Ну, наверное, велосипед все-таки интереснее. И для здоровья, и для экологии, да и в общем-то для настроения. Пока ехали, оценивали качество асфальта на ставропольских дорогах. Маршрут 6,5 километров. От площади 200-летия по Ленина, затем по Лермонтова до маршала Жукова и на площадь Ленина. Слишком мало, резюмировал Михаил. Мы ничего не поняли. Дорога тем более отличная, там педали даже крутить не надо было. И чуть-чуть разогнался, и просто катишься, и все. И уже приехали, а хочется еще. Здесь же и директор кадетской школы, правда, на чужом велосипеде. Последний раз, говорит, ездил 20 лет назад. Если честно, я у друга взял первый раз попробовать, но теперь задумаюсь купить хороший велосипед, чтобы мог ездить постоянно на такие мероприятия. Но если одни концентрировались на участии, другие ехали как на парад. Вот обладатель одного из самых нарядных двухколесных. Я надеюсь, он самый яркий, потому что я хотел сегодня выделиться, взял сегодня с собой сына на этот праздник. Он сегодня в этом году впервые встал на велосипед. Финишировали участники на площади Ленина. Сначала, правда, попали в пробку, так рано их на празднике студенчества не ждали. И пересечь площадь удалось только терпеливым велосипедистам. Ольга Облогина, Сергей Трегубов, Иван Шаталов и Александр Колодко. Ставропольское телевидение.